перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я решил снова провести трансляцию дома. Хочу сделать заявление. Пока еще не совсем понял, какое. А, в общем, вот мое заявление. А, в общем, я собираюсь уйти из рэпа. Вот, потому что я не считаю себя достойным рэпером. И как бы мне кажется то, что... Не знаю, у меня хуевые рифмы, у меня хуевая подача. Я считаю себя недостойным. Вот. Поэтому я думаю то, что я снимаю с себя должность рэпера, вот. И как бы передаю ее, могу отдать ее кому угодно. Кто хочет должность рэпера, могу ее продать. Ребят, короче, цена одно сердечко в комментарии моей трансляции, давайте. Вот кто сейчас первое ставит, тому я и оставлю свою должность рэпера. Просто поставьте сердечко, и я отдам эту должность. Все, Ступаков Максим, получай, забирай. Теперь ты рэпер. Теперь на тебе эта ноша, понимаешь? Ты должен рифмовать. Запомни меня. Запомни мои слова. Ты должен, блядь, чтить традиции real хип-хопа. А на самом деле, чуваки... Я просто угораю и хочу сказать... Блядь, ебучий свет. И хочу сказать вам одно. Прекратите страдать хуйнёй и слушать каких-то своих... Не знаю, мне кажется, вряд ли это ваши кумиры. Слушать всяких хуесосов, которые пытаются сделать из рэпа какую-то науку, я не знаю. Как бы вам объяснить? Я ничего не имею против чуваков, которые как бы акцентируют на этом внимание, занимаются этим. Это... Субкультура, как бы она вот живет, вот пусть она остается этой субкультурой, не обязательно ее прививать всем, так ведь? То есть я хоть и угораю сейчас, но при этом я уважаю и Тупака, и Бигги, и Эминема, и всех остальных. Просто я понимаю их вклад, но я не кричу, не знаю, то, что там надо как-то правильно рифмовать, надо как-то, не знаю... Правильно как-то ставить глаголы или что-то такое. Может быть, кто-то из людей и хочет загнать себя в формат какого-то жанра, типа вот я делаю только рэп, там я делаю только рок, там я делаю только попсу, или там напрямую бочку какие-то треки. Я не хочу этого делать, понимаете? Я хочу делать что угодно просто. Сейчас уже даже сам рэп уже становится так. Такой музыкой, то, что это рэпом уже, в принципе, не назовешь. Поэтому я не совсем понимаю, зачем вот это вот все доебываться там до чего-то. У меня с этого не горит, поверьте, как бы. Если бы мне не было все равно на людей, которые. Блять, микрофон закрыл. Если бы мне не было все равно. Нет, если бы мне было все равно на людей, которые меня слушают здесь и прислушиваются к моему мнению, я бы вообще ничего не говорил, вот серьезно. Меня вот ебет только то, что вот мне хочется что-то привнести в голову людей. То есть многие думают, что у меня горит. Чуваки, у меня не горит. У меня не горит ни с комментариев. У меня не горит ни с рэперов, которые на меня пиздят. У меня не горит ни с чего абсолютно. Я просто не хочу, чтобы вы обращали на это внимание, как-то прислушивались к этому или думали как-то,
не знаю, неправильно. Поэтому как бы и говорю это здесь. А по большей части реально поебать, типа. Я, конечно, понимаю то, что 70% людей, которые сейчас существуют, в принципе, слушают, там, смотрят. Вообще, 70% людей, которые, ну, пусть будет, которые сидят в интернете, их никогда не изменить, вообще просто. Никогда они не поменяют. Говорил, скажешь ты им, что это плохо, им похуй, они будут говорить, что это хорошо. Они будут нести хуйню, они будут двигаться стадом, поэтому как бы... Поэтому как бы лучше я буду здесь вот так с вами разговаривать. И все. Блять, люди с трансы уходят. Охуеть, что мне теперь делать? Может быть, не знаю, сейчас обоссусь нахуй от страха. Люди с трансы уходят. Чувак, ты думаешь то, что я, блять, сейчас буду переживать за то, что у меня люди с трансы уходят и приходят? Мне похуй на то, сколько человек меня смотрит. Это не вообще никакой показатель. Я не, блять, инстаблогер какой-то, чтобы, блять, соревноваться с кем-то по людям, которые смотрят мои трансляции. Пиздец, блядь. Пожалуйста, не уходите, пожалуйста. Сейчас подождите еще 5 минуток, пожалуйста. Я вот скрин сделаю, чтобы вот вы не выходили. Иначе у меня, блин, потом статистика будет плохая, вот. Пиздос. Люди в трансляции. Похуй, тут сидят только те, кто хочет меня слушать. Да, я был бы охуенным бьюти-блогером. Бля, в Таллин поеду, в Таллин. Блядь, чай кончился. В Таллин поеду обязательно. Не знаю, потому что я ебанутый, но кого это ебёт? У меня есть много денег, и она уже мне дает. Это твоя сука, но она тебе не дает. Я ебанутый, но кого это ебёт? Поняла? Когда будут треки старого типа? Никогда, блять! Я вчера об этом писал в Твиттер, отъебись. Я всегда умел, просто мне кажется, что иногда реально стоит им пользоваться. Да, 17 мая, ёбаный рот, Калининград же скоро, ай, блядь. Погоди, раз, да, 17-го. Пиздец, блядь, я в ахуе. Я обычный пацан, я с окраин Москвы, я не забываю, кто я есть, я всегда помню, кем я был. Мне похуй на пафос, я не боюсь подраться. Если кто-то тронет моих близких, то я не оставлю шанса. Понял? Ща. Москва будет через год. Чтобы вас было там дохуя. Никто мне никак. Никак. Знаете, вот... Бля, даже музыку не хочется включать. Ладно, похуй. Никак мне никто. Да, ниндзя-каратист, блядь. Прости, я рифмую только глаголами. Мне кажется, тебе нужно перестать меня слушать. Самая твоя лучшая учительница — это я. Твой психолог домашний и твоя учительница. Весной не будет Москвы. Я весной буду выступать... Ой, точнее, в этом году буду выступать там только на фестивалях. О, в Калининграде вообще всех жду. Калининград, блядь. Пламенный салам вам летит. Мы с вами увидимся. Я на концерте исполню 2, а может даже 3 неизданных трека. Я думаю, что твой парень тебя наебал, чтоб ты ему дала. Я не буду ни с кем делать фит. Нет, в смысле, блядь, да хуя людей на концерте, это охуенно. Я делаю это не только из соображений, типа, бабок. Они, конечно, мне нужны, потому что мне нужно будет снять клип на звезду. Вообще, мне много чего нужно будет сделать, там, маме помочь. Но, блядь, это же охуенно, когда на концерте много людей, и все они поют твои песни, и ты с ними общаешься. Особенно, когда фонарики все включают. Почему ты думаешь то, что если я говорю, чтобы было дохуя людей, только я думаю о вопросе бумажек? Как бы деньги деньгами, как бы, не знаю, блядь, я могу деньги делать, если захочу. Очень много на чем.
И, возможно, этого даже будет больше, чем с концерта одного в регионе. Но мне дикое удовольствие доставляет, когда я вижу толпу людей, которая поет мои треки наизусть, блядь. Они все такие стоят с фонариками. Я смотрю им в глаза. Это охуенно. Не знаю, от мамы передалось. Поэтому как бы не понимаю людей, которые говорят в мою сторону то, что, типа, мол, я там буду, я там ради бабок. Ради бабок, блядь, я не знаю. Вон Тимати делает ради бабок какой-нибудь. Кто делает ради бабок, исключительно ради этого, но... У меня, я думаю, уже все знают, что... Какие у меня цели. Чё, как папе клип зашёл? Да, на фестивале, на рифмах и панчах, думаю. Салют, Калининград. Спой самую известную, какую? Бля, я, короче, охуел, зашел на сам... Блядь, ебучая зарядка. На False Mirror почти лям прослушиваний. Я такой, ёбаный рот, блядь, нихуя себе я хитяру сделал. Охуеть просто. Лям, блядь, это очень много. Для русского SoundCloud'а тем более. Да, полностью с тобой согласен, то, что он лучше. В Питер тоже осенью. Друзья с Украины? Да, есть. У меня с Украины. Ну, есть очень хорошие, да, у меня знакомые с Украины. Когда я был на концерте, вот в этом туре последнем. Конечно, прикачу в Тулу. Дойди ко мне поближе, я тебе ударю. Если ты, конечно, хочешь мне что-то сделать плохое, а если ты хочешь поговорить, то можешь ко мне подойти, и мы поговорим. Будет один фит. Он выйдет 8 числа на микстейпе у Трилпила. Больше фитов нет. Я думаю, то, что это... Ну, будут фиты с рэперами вообще, но они будут очень выборочно и очень редко, и только в особенные дни. Вот. В особенное время. Вот так. А я, если честно, постараюсь как можно меньше фитовать вот с рэперами. Не знаю, как еще назвать их. Вот. Я как бы хочу немного с другими артистами работать, короче. Сейчас, секунду, посмотрю, сколько у меня зарядки. 11% нахуй. Чё делать, пацаны? Пиздец. У меня зарядка отходит, потому что я свою забыл у друга, и она такая ебаная. У сына маминой подруги забыл. Единственная популярная шутка, с которой я угораю, это сын маминой подруги. Да бля, у меня зарядку надо... натянуть очень сильно, а она, блядь, не натягивается. Я не могу посмотреть, у меня заряжается телефон или нет, потому что трансляция ебучая мешает. Пиздец, я вот все время снимаю видосы, которые набирают пиздец какую популярность, там их выкладывают везде, и у меня сзади все время вот эти часы. Знаете, сколько им лет, блядь, это лошадка. Очень смешно. Опа, смотрите, инстаблогер Маркин Ролл ждет вас в своем прямом эфире. Пиздец, блядь, свои трансляции тут пиарят, охуеть. Не знаю, нет, не будет. Но релиз у него неплохой вышел, вроде как, я так мельком послушал. Я одна из тех звезд. Ты видишь меня, смотришь наверх, снизу, и я такая сияю, потому что я одна из тех звезд.
Да, ебальник у меня, конечно, не самый красивый, я знаю. Особенно если вот так делаю. Мне все время ругают. Типа, не делай так, тебе не идет. А я хочу и делаю. ЧСВ, блядь. Вот это чисто русская такая хуйня, знаете, там такая российская хуйня, прям вот ведешь себя, не знаю, веселишься, улыбаешься, тебе хорошо, люди тебе пишут, ЧСВ, он зазнался, блядь, он, блядь, популярнее меня, он, блядь, успешный, у него подписчиков больше, у него денег больше, значит, он, блядь, ЧСВ ебаный, зазнавшийся пидор, блядь, не такой, как я. Вот это, вы знаете, привычка всех людей в нашей ебучей стране, блядь. Ну, не в ебучей стране, а в нашем ебучем обществе. Вот так. Реально. Смотрите, блядь. У него... Чё он улыбается? А? ЧСВшник, блядь. Зазнался, пидор. Блядь. Пиздец. Угорает еще там. Какое ты право имеешь угорать? Тебе должно быть так же плохо, как мне. Примерно эти люди так размышляют. Не, у меня есть голос, не пизди. У меня охуенный, блядь, голос. Ты чё, охуел? Я, блядь, охуенно пою. И стоит мне пойти, блядь, на занятие вокала, то я вообще всех взъебу просто нахуй, блядь, если ты хочешь знать, блядь. У меня охуенный вкус. Блядь, вкус. Вкус тоже. У меня охуенный слух. И когда я, блядь, не попадаю в ноты, я это чувствую. Просто некоторые ноты я не дотягиваю. Поэтому соси хуй и иди нахуй отсюда, блядь. Ничтожество ты ебаное. Пока я тебя с твоим взглядом, блядь, не испепелил, петух. А у тебя мозги, ёпта, маленькие, понимаешь? Вот такие вот. Потому что ты, блядь, пишешь сюда это и думаешь, что твое мнение такое важное. Иди нахуй. Позлились и хватит. Самар Гэнг. Что это за пудель? Смотрите, пацан по понятиям зашел. Че это за пудель, э? Ты не знаешь, кто я? Ну и не знай. Мне все равно. Интересно, хотя бы один из вас поймет, что я угораю, или вы также будете думать, что я выебываюсь? Ёбаный рот, блядь. Ну как, на самом деле в этих выебонах есть чуточка правды. Пацаны, давайте, записывайте сейчас, смотрите. Пожалуйста, вот, записывайте этот момент истории. Все пидоры, которые меня ненавидят. Я, Элизер, хочу сделать чистосердечное признание. Клянусь, своим сердцем, да. Я накрутил репосты. Я скачал программу на компьютер. И такой думаю, блядь, надо бы сейчас накрутить, так же будет намного легче. Включил программу и накрутил. Я накрутил, наверное, репостов 1028. Вот. Поэтому, как бы, поэтому мой релиз, как бы, он был абсолютно нигде. Как бы, я его дропнул в свою группу, его репостнуло три моих фаната. Три. Которым я сказал спасибо. А все остальное было накручено. Вот. Меня нигде, на клипе у меня на самом деле не 1,5 миллиона просмотров и не 6 миллионов, а там лямов 100, ой, блядь, 1100, потому что, ну, блин, просмотры-то я тоже накручивал. Вот. Как бы это сейчас было своим хуем накручивал. Это сейчас было чистосердечное признание, вот. Поэтому, пожалуйста, запишите его, вырежите и залейте, пожалуйста, его на YouTube. Напишите, Лизер осознает свои ошибки. Я очень, мне очень неприятно, ребят. Прям стыдно.
Простите меня, пожалуйста. Такие дела. Я просто ничтожный закос под фараона и под фейса. Понимаете? Как бы вот эти волосы, как только Ваня себе отрастил каре, я подумал, блядь, а ведь чтобы популярным быть, надо сделать так же. И быстро начал себе наращивать волосы. За месяц себе их нарастил. Вот видите? Блядь. Теперь у нас с ним похожие прически, вот. Поэтому я и стал популярной, потому что я себе отрастил такие же волосы, вот. Я же, ну, не тупой, я как бы понимаю, кого, блин, копировать и как становиться популярным. Я же не баран. Вот. Я просто фейк. Да, я осознаю свои ошибки, ребят, я... А еще... Я недавно... Понял, что я не умею петь. А еще я понял, что я не умею драться и что я вообще девка. Блин, ребят, простите меня, я обманывал вас все это время. Я... Я осознаю свои ошибки. Запишите вырежите, пожалуйста. Ruffle. Я... Как сказать, религиозный? Я верю в Бога, но... Давай, спокойной ночи. Я верю в Бога, но... Не могу я себя никакой религии отнести, потому что я не, как бы, не соблюдаю ничего. Ни ислам, ни христианство, ничего. Естественно, если бы я исповедовал религию, то это бы стопудово был ислам. Но... Я просто верю. Просто верю. Силой похож, по, блядь, походу. Да бля, по кайфу все, в принципе. Настроение хорошее. Это самое главное. Короче, бля, у меня скоро кончится зарядка на телефоне, поэтому как бы еще немного посидим с вами и пообщаемся, и, возможно, он сам отключится. Здравствуйте, здравствуйте. Шрам. Бля, да это, короче, меня за накрученные репосты побили. Ко мне батя на хату ворвался и сказал: «Я, блядь, вчера в комментариях прочитал, что пишут, что ты накрутил репосты. Ты чё, сын, охуел? Взял мою гитару и отмудохал меня, блядь. Прикиньте». В старости умру. Не хочется. Пезер. Бля. Такое слово старое. Пезер. Да не знаю, что я в старости лет делать буду, блядь. Надеюсь, что у меня будет семья, внуки. А если не будет, то не знаю. Я просто постараюсь как можно достойнее прожить свою старость. Хотя нет, почему достойнее, блядь? Я просто буду всю жизнь делать то, что я хочу, вот что. Главное, чтобы в 70 лет ебаться можно было. Вот это самое главное. А то я так думаю, типа, я недавно прочитал, что это вообще, в принципе, пиздёж все то, что, типа, говорят, то, что вот, старости не стоит. Ну, я не знаю. Но в любом случае, короче, для меня это было бы важно. Конечно, знаю. Я там в лагере даже был давно, правда, очень. Из которого потом убежал, потому что мне там не понравилось.
Каких тебе молодых рэперов советовать? Я не хаваю протеин, бро. Бля, ну в порнухе старики же пиздец, они типа, ну я не знаю, может быть они это пьют, как эта хуйня называется, я забыл, блядь. Виагру, а. Пиздец, я вот думаю. Сейчас. Там что-то написали, я хотел сказать, бля. Что-то про стариков, что-то про... Что-то... Я забыл, блядь. Хочешь послушать молодых рэперов? Послушай Лил Ванька из второго подъезда. И Янг Таню из третьего. А еще можешь послушать этого. Бэби Гэнг Киллу какого-нибудь и какого-нибудь еще пидораса, который читает: «Эй, я, па-па-па-па-па, грял, я стреляю по блокам, я не делаю уроки, па-па-па, кряу, кряу, па-па-па-па, потому что со мной твоя тёлка». Понимаешь? Как они там, блядь, эти рэперы. Как они там делают. Мне вот так это бесит, блядь, как они делают. Вот это у, я, у, я, блядь. У, такое, знаешь, деревянное такое. У. Такое, у. Я. Я. Головка от хуя, ёпты. Никак не отношусь, блядь. Первую тёлку трахнул в 15. Нет, не смотрел я дис на нас с Пашей. Тебе не идет твое мнение. Трек скоро, возможно, очень. Бля. Я охуенно отношусь, что меня рисуют. К тому, что меня рисуют. Все весной, это будет не альбом. Да, будут. Да. Я вас тоже люблю. К старикам. Нормально, только немедленно очень. Бля, господи, ты тупой, скажи мне, пожалуйста, я родился в Москве. Мои родители из Дагестана. Многие думают, то, что я приехал из Дагестана. Нет, я родился в Москве. А родители у меня приехали из Дагестана. Я не видел никакого диса. Хуй знает вообще, про что вы там говорите, блядь. Но вы очень смешные. Я уже говорил на эту тему. Типа, неужели вы думаете, что... Неужели вы думаете, что я, блядь, смотрю, нахуй, какие-то диссы на себя слушаю, блядь, или какой-нибудь хейт про себя читаю? Зачем вы считаете, что меня долбоебом, что ли? Таким, как вы? Нет, я не долбоеб. Да, я латентный пидор. Иди скажи это своим друзьям, школьник. Давайте так. Вот каждый, кто говорит сейчас мне что-то обидное здесь,
подойдите и скажите мне это в глаза, в лицо, понимаете? Вы этого никогда не сделаете. Знаете почему? Потому что я вас разъебу. Вот в чем разница между мной и вами. Я просто уебу вас. А вы просто напишите сюда коммент, что я пидор. Понимаете? Скажете, что у меня волосы длинные. Скажете, что у меня там, не знаю, что я там, что вы там еще обычно говорите. Рифмую плохо. Я читаю хейт только когда я угораю. А так, чтобы читать, смотреть, типа так, кто там на меня напиздел, по-моему, это максимально тупо. Типа, смотреть так-то, бля, вот он написал на меня дис. Сука. Знаешь, ко мне ни разу никто не подходил и конструктивно не указывал на мои недостатки. Я так скажу. Типа, для кого-то это может недостатки. Все свои недостатки я знаю сам. Естественно, если ко мне кто-то подойдет и адекватно что-то выскажет, то есть без всякой хуйни, я не буду на этого человека лезть, выебываться и говорить, что он хуйня. Я никогда не злюсь на людей, которые пишут конструктивную критику какую-то, которые как-то обосновывают, почему им не понравилось. А те, которые пишут, типа, знаешь, как, типа, там, «Во, бля, волосатый школьник, петуха, пидора!» Вот таких я не воспринимаю, потому что это тупо. А конструктивную критику, может быть, даже отчасти иногда что-то для себя беру, но это не меняет в корне мое творчество никогда. Нет, не слушал. Бля, круто. Меня видят во снах. Охуенно. Ни с кем не хочу. Блять, я решил, блять, трансляцию по угару провести, а получилась какая-то залупа, блять, с какими-то долбоебами. Я не помню, об этом туре много, где был грустный, очень много. Не помню почему, но у меня не было настроения. Не знаю почему. Не помню, точнее, почему. Никак, не знаю. Бля. Нет, не ходил. Готурский зар. Нет. Не хватает долбоёбов вокруг меня, когда я на улицу выхожу. Эй, бля, я сейчас тебя застрелю. Сюда иди. Видишь это? Это мой палец. И он убивает таких петухов, как ты. Знаешь, как он это делает? Давай, напиши сюда еще раз. Я сейчас тебя уебу этим пальцем. Напиши сюда еще раз, петух. Давай, кто-то меня пидором назвал. Напиши по-братски. Не. Нет, не скажу, я не долбоёб. Ну кто там мне, блядь, мне какой-то чувак написал, блядь, что-то, я на него отвлекся сейчас, я найду его. Во, Холмурадовабаб, чё, нет, Холмуродовабубакар, какой-то Бубакар, короче. Вот пусть этот Бубакар напишет, ща я его застрелю, я же никак не отношусь, я не люблю батлы. Не смотрю их. Харьков, конечно, будет. Разборки в интернете. Это называется разборки в интернете. Не-не, чуваки, можете не привлекать свою
Внимание, я жду, пока тут петух напишет. Мне кажется, он вышел. Бля. Пермь. Конечно, будет. Пермь будет, скорее всего, осенью. Авалейкум ассалам. Уфа будет. И, конечно, Уфа будет. Вы чё, куда без Уфы? Только она будет, когда там... Осенью. Будет абсолютно все, не переживайте. Типа, все города будут, по крайней мере, в которых мы были, точно будут. Прическа называется каре мужское. Да, давайте, сделайте это, как вы любите, толпой. Вы же не ничтожество, ебаные тёлки, которые пиздят толпой. Знаете почему? Потому что вы петухи. Стадо баранов. Болею, я ни за кого не болею, я не, не увлекаюсь футболом, короче. Я нормальный пацан, который не пиздит на людей в интернете. Если мы бараны, то ты вожак. Бля. Да вы же знаете, кого я назвал баранами. Чего вы обобщаете? Да выложи его куда-нибудь в интернет. Пастух. Это... Почему ты, весь фараон, подстриглись под каре? Потому что мы хотим быть похожими на девочек. Неужели ты сразу это не понял? Нет, я тогда реально был... А, ты про историю мою? Бля, да потому что заебало. Типа то, что все подряд пишут. Хочу, чтобы не писали, не мучились люди. Бля, я не понимаю, сюда реально, реально люди заходят, и у них просто горит с меня. Видите, какой я? Видишь по длину моих волос? Видишь? Смотри на длину моих волос и сгорай. Видишь, какие у меня длинные волосы? Видишь? Видишь? Надеюсь, каждый петух увидел, какие у меня длинные волосы. Я не думаю, что они перестанут писать, я просто с них угораю. Можно же хоть одну трансляцию, пожалуйста, посмеяться с людей, которые заходят сюда и думают, то, что их мнение очень важно. Разрешите мне, пожалуйста. Не, не хочу я дреды заплетать. Не знаю. Не, ничего. Ну как, я могу их, конечно, выпрямить, но очень редко. Сейчас, допустим, я с ними ничего вообще не делал. Я просто их помыл, ну, в смысле, шампунем, и все. И
Я общаюсь, я, по-моему, со всеми тут общаюсь. Блять, прибучий ремень. Что из наркоты пробовал? Глупый вопрос. В смысле, я вот поудалял все истории с каверами, по-моему. Ну что, в смысле, я их удалил, когда они уже закончились практически. Ну, в смысле, их время. Махачкалу. Сорян. Я не могу. Что за хуйня? Моя нога. Бля, сорян, у меня вылетело все. Я хотел скрин сделать. Мужика, который написал мне. В Махачкалу приезжай. Но что-то пошло не так, и у меня просто все вылетело. Я-то в Махачкалу приеду, когда время придет. Да, айфон у меня только... Только вот, блядь. Проблемы какие-то, короче, с ним. Упал телефон. Брат твой петух. Бля, ебать вы угарные, конечно. Ты дышал, чтобы ее найти. Я не знаю, что интересно. Я обычно... В смысле звук? Что со звуком? Все нормально должно быть со звуком. Это у вас, наверное, что-то со звуком, потому что у меня, блядь, вроде все работает. Никак, просто девушка с ним знакома была давно. Нет, как видишь, не сдает. Как видишь, тут две категории. Да, это мне с микрофоном хуйня. Как видишь, тут две категории. Блять, я не закрываю динамик. Две категории людей. Одни. Вот так ближе буду говорить. Две категории. Одни спрашивают, с кем будет фит и как я к кому отношусь. А вторые пиздят про мои длинные волосы и думают то, что если у меня длинные волосы, значит я не мужчина. Хотя сами... не имеют своего личного мнения. И это лишь мнение, которое навязали им люди из их окружения. Понимаете? Лезгином все.
сути, людей вообще не должно ебать то, как я выгляжу. Они должны смотреть на себя. И ни на кого больше. А если они пиздят на тех, кто выглядит не так, как выглядит большинство, то это лишь означает, что они тупые. И больше это ничего не означает. Надеюсь, они меня все услышали. Я уверен, то, что я совершаю поступки намного благороднее, чем петухи, которые пишут сюда, что им не нравятся мои длинные волосы. И после этого ходят и называют себя мужчиной. Мужчина. Бля, короче, заебался говорить на эту тему. Я вчера говорил на эту тему. А сейчас просто не хочу. Какой-то негатив пошел, мне уже не нравится. Иваново, я не помню. Я был, мне или не было в Иваново. Я не знаю. Да, они не умеют собой заниматься. Это же интернет, ты чё? Тут люди только своим языком. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И больше ничего. Просто делаем злоплателок, хотя больше ничего не требуется. Да я не только протелок хочу. Господи, ладно, короче. Короче. Вот что я скажу. Опять же, сейчас обращаюсь не ко всем. Адекватные ребята. Я вас люблю очень сильно. Самые лучшие. А что касательно остальных, я сегодня понял, вот после этой трансляции, то, что не хочу больше связывать себя с обществом, потому что 80% общества. Я сейчас убрал ваши комментарии, поэтому можете даже не писать. С обществом, в котором 70% конченые долбоебы без личного мнения. Я сейчас это говорю не с пафосной какой-то стороны, потому что считаю все лучше, чем кто-то. Нет, просто люди тупые. Люди — это ебучее стадо. Которое никогда не изменить. Поэтому я думаю, что это моя последняя трансляция за ближайшие несколько месяцев. Только если что-то важное не нужно будет не объявить там. Там про концерты или про что-то еще. А вот такая трансляция, где я общаюсь, я думаю, это последняя. На очень долгое время, потому что. Потому что люди очень тупые и. Мне не горит ничего. Я просто не хочу видеть их. Тупость. Понимаете? Сейчас я это все говорю только, чтобы объяснить это нормальным, адекватным людям. Вот. А всем остальным хочу сказать, что... Ну, блядь, оставайтесь такими же даунами, какими вы являетесь. Вас изменит... Только смерть.
Конечно, я вам ее не желаю. Но только смерть вас изменит. Больше ничто. Просто, наверное, вы в этом не виноваты. Вас так воспитали. Вокруг вас находятся такие же долбоебы, как вы. Ну, я желаю в любом случае вам всего хорошего. И, может быть, когда-нибудь вы поймете что-нибудь. Потому что я в свои 19 лет очень много чего понял. Понял много того, чего не поняли люди, мне кажется, даже в 25, 21, 22. Вот, поэтому как бы... Всех обнял, всем своим людям. Привет. Увидимся на концертах. Будьте собой, не слушайте уебанов. Имейте свое мнение, которое вот тут вот держится. И не судите книгу по обложке. Мне сказали то, что трансляции кончаются, когда ты их отключаешь, там последние 10 секунд не записывается, поэтому я выключу. Типа она с опозданием, короче, идет транса. Во. Поэтому я выключаю ее сейчас.